В Великобритании отчеканили первые монеты с портретом Чарльза III, который вступил на престол после смерти Елизаветы II. В 2022 году будет выпущено более 9,5 миллионов новых монет. В обращение они поступят уже в декабре этого года. Портрет Чарльза обращен лицом влево, а его мать Елизавета II на монетах смотрит вправо. Такая традиция была заложена еще с 17 века. Профиль нового британского монарха на монетах разворачивает в противоположную сторону по отношению к предшественнику. Изображение короля на новых монетах создал скульптор Мартин Дженкинс. Чарльз III лично одобрил дизайн.